Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пришло радостное известие о том, что руководство РПЛ, Российской профессиональной футбольной лиги, приняло решение о продолжении чемпионата России по футболу. Для меня, как для спартаковского болельщика, да простят меня любители других, поклонники других клубов и команд, я всю жизнь свою болею за «Спартак». Я, конечно, в свою очередь должен пожелать, прежде всего, успех московскому «Спартаку». Начал я болеть за московский «Спартак» в 1962 году. Вот газета «Футбол» подтверждение того, что я 62 года болею за «Спартак». «Спартак» был чемпионом в 62 году, и я заболел просто этой красной футболкой. А вот «Спартак» обладатель Кубка СССР по футболу 63-го года. И я надеюсь, что в этом году мы станем свидетелями битвы на Неве с питерским «Зенитом» в полуфинале Кубка России. Я надеюсь, «Спартак» победит. А вот это «Спартак» чемпион 1969 года, Коля Осянин, центральный нападающий, лучший бомбардир чемпионата. Тогда «Спартак» забивал очень много. И выступал вот под этим вымпелом с орденом Ленина, тогда на своем знамени. Сегодня «Спартак» вот такой. «Спартак» Федуна, «Спартак» с Тушинским стадионом, который мы, конечно, с моим сыном радостно посещаем. Сейчас я вам покажу еще некоторые артефакты. Вот это вместе с билетом я участник награждения московского «Спартака» в 1996 году после золотого матча с «Аланией», который «Спартак» выиграл 2-1. Ну, а вот это мой друг Федь Черенков, легендарный нападающий московского «Спартака», с которым я был дружен. Он был у меня несколько раз на передаче. Он закончил Московский горный институт, как и я, и даже играл за студенческую футбольную команду. Ну, а это знаменитый нападающий бразилец Велитон, который очень много забил мячей за московский «Спартак». И вот мяч, на котором он мне расписался, Велитон. Позабивал и уехал в свою Бразилию. А это тоже легендарный игрок Андрей Тихонов, ныне очень часто появляющийся на телеэкране, даже чаще, чем я. Вот мяч, где расписались футболисты 2001 года. Это был последний чемпионский год перед большим 16-летним перерывом. А вот это уже «Спартак» чемпион 2017 года. Радостное событие, о котором мы вспоминаем и боимся, чтобы пауза не затянулась на долгие следующие 16 лет. Я всегда ходил на стадион. Вот программки с билетами. Это раритет, на которых расписывались футболисты тогдашнего «Спартака» образца 1960-х годов. Ну что же, будем радоваться возобновлению чемпионата, будем ждать побед от московского «Спартака». Главное, что карантин заканчивается. И я приветствую всех красно-белых вот таким образом. Эту футболку мне подарил 9-кратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дима Ананка. А это вот на спине моя мечта.